часы. 9:58. У нас закончилось бухло, и мы снова вышли. На самом деле погода уже хорошая. Меня вот мы идем в ларек. Будем сейчас стебаться с людей. Извините за то, что я чуточку уже с другим голосом говорю, потому что, ну, представьте себе, всю ночь работали в клубе, бухали много, и еще раз идем бухать. Ребята, то, что сейчас вы видите, то, что сейчас вы слышите, неважно, как я это говорю, с дикцией, без дикции, слова путы, неважно. Вы это смотрите именно лайвом, все самое настоящее живое. Вот, именно сейчас. Я вижу, идет молодой человек, то есть мужчина в возрасте. Хотелось бы узнать его мнение насчет того. Ну, давайте сделаем так. Типа, мы вступили в Евросоюз, и просто интересно узнать его мнение. Доброе утро! Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что мы с сегодняшнего дня уже в Евросоюзе? Я безразличным, я не вижу за границу. Не-не-не, мы уже Украина, Европа. Как вы к этому относитесь? Ну, положительно, конечно. Нормально, да? Ну, конечно. Отлично, да. Отлично. Вот. Позитивный комментарий. Очень здорово. А на самом деле хочется узнать у молодого поколения. Вот. Привет, дружище. Извините, у меня времени нет. Я понял. Мы в прямом эфире. С сегодняшнего дня Украина вступила в Евросоюз. Как ты к этому относишься? Ну, вступила, добились цели, которые относительно долго шли. Ну вот смотри, то есть мы вступили в Евросоюз, у нас будут тарифы намного выше и в евро, а зарплаты будут маленькие по нашим украинским ценам. Ну, будем надеяться, что наша власть что-то с этим предвидит. А кого вы видите в президенты в будущем или премьер-министра? Я политику не союз. Никак? Допустим, вот Саакашвили, он в Одессе сейчас. А вдруг он захочет стать президентом Украины, грузин по национальности? Как ты к этому относишься? Какая разница, кто по национальности? Если свое дело знает, то хрен с ним. Чем вы занимаетесь, то по профессии? Я еще учусь. А на кого? Студент, химик. Химик? О, спасибо. Имя? Олег. Олег, спасибо нашему другу Олегу. Все, удачи, не будем его задерживать. Спасибо, дружище. Вот, очень адекватное мнение. Спасибо большое. Фу, на самом деле очень интересная новость. Здравствуйте. Извините. Понял, здравствуйте. С утра люди спешат и меня посылают. Бывает так. Да, это прямой эфир идет. Да, спасибо. Спасибо, да, такие адекватные люди, я же говорю, с утра. Ты пиво взял? Нихер ад. Мы зашли за пивом, как обычно, но взяли коньяк. Посмотрите на вот этого человека, я его вообще знать не знаю. Здравствуйте. С сегодняшнего дня мы вступили в Евросоюз. Обосраться. Hello! Обосраться. В Евросоюзе что? А у вас будут пенсии, зарплаты в евро. Обосраться. Да. Да. И что? В евро. Сука, 2 евро стоит 50 грамм бехера. Да. Я так понял, вы узнали, да, это кто был? Это был Диджерино. Идем дальше. У нас прямой эфир. Тихо. Стой. Здравствуйте. У нас прямой эфир. А с сегодняшнего дня мы вступили в Евросоюз. Как вы относитесь? Отлично. К нам относится хорошо. Очень хорошо относится. Жители Украины реагируют на это положительно, позитивно, что мы с сегодняшнего дня вступили в Евросоюз. Я стою в шаурмаке. Какой-то хачик проехал. Один хачик снимает, другой хачик проехал и сигналит. Просто хачика на хачика тянет. Ha ha ha!
хачик плюс хачик, получается два хачика. Как ни крути. Итак, друзья. Ага, ага. Вот, я вижу мужика с бутылками. Очень интересный персонаж. Да, да. У нас прямой эфир, ребята. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, слава богу. Говорите, 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 говорите. Мы в прямом эфире. Говорите, говорите, серьезно. У меня время. Не-не-не. А что это за бутылка? Куда вы несете? Откуда? Подсок березы. Что-что-что? Подсок березу? Кани. А где вы берете березу или же сок? Беловежский куш. А как вас зовут? Владимир, да? Меня люди ждут. Тихо, тихо. Тихо. С сегодняшнего дня мы вступили в Евросоюз. Я с вами согласен. Не-не, ну, у вас уже пенсии будут в евро. Это. Бутылочки для чего еще раз? Сока, да? Доброе утро. А с сегодняшнего дня Украина вступила в Евросоюз. Я никуда не вступила. О, ветерочек прохладненький. Вот, я вижу человека пенсионного возраста. Здравствуйте. Я очень спешу. Да. Будут понижать пенсии. Как вы к этому относитесь? Понижать будут пенсии. Ну чего это будут понижать? Конечно, я против. А, хорошо, ЖКХ поднимается. Как вы к этому относитесь? Так, короче, Яценюк обещал нам в мае и в декабре повышение пенсии. Я вас понял. Что за рюкзак, куда вы идете? Я иду в лес. В лес? Что там делать? Как вас зовут? Как вас зовут? Людмила. Людмила, по отчеству. Леонидовна. Сделайте вот так для наших друзей, которые смотрят телевидение сейчас. Респект. Удачи вам и счастья. Всех вам благ. Спасибо. Боже, класс, смотри. Провожаем наших. Брест, на шашлыки. Собрался. Я только 30 лет на горные лыжи стала. Так что же вы хотите? Класс, так. Вы еще молодые, что вам насчитать? Так вы идете в лес и с таким макияжем. Зачем вам макияж в лес? Это боевая рассказка. Нет, комаров боевая. Пугать. Это привычка. Всегда женская. Всегда хорошо выглядит. Именно так. А климатические изменения, глобальное потепление, как вам? Ну так что, будем приспосабливаться. Я вас понял, спасибочка. Как вы сказали, раскраска. Мне же 76, что же вы хотите, ребята? Боже, вы прекрасно выглядите. Ну так поэтому. Отлично. Ой. Для наших телезрителей вас... Ой. Так, все, извините, я спешу. Все, ребята, спасибо. Спасибо большое. В парламенте скоро, то есть в Верховной Раде скоро будут такие люди, которых называют диджеями. Кто они вообще, вы их знаете? Они будут закон принимать, их называют диджеями. Кто они такие? Новый евроформат какой-то. Не знаете, да? И есть еще такие люди, которые будут подписывать закон, называется MC. На самом деле, это не программа, это не проект Stop Ham. Можете останавливаться где хотите. Нам реально насрать. Где хотите? Реально. Это ваш муж за рулем, да? Да. Вы... А вам весело сегодня? Да, реально, сегодня у нас... Прямо с утра? Да. А как же стало? После ночи. У нас прямой эфир. И это не программа Stop Ham. Вот, муж, который вышел. Мы в эфире, посмотрите. Все, спасибо этим позитивным людям. Респект. Паркуйтесь где хотите, нам. Мы не стоп-хам, ребята. Мы просто после работы. Вот сейчас про пенсию. В Украине поднимают пенсии. Как вы к этому относитесь? Guten Tag. Guten Morgen. А вы из Германии? Yes, yes. Yes. Yes, yes, он из Германии. Йоу. Сейчас будет эксклюзив. Доброе утро. Как вы относитесь к тому, что ЖКХ поднимается цены? Почему? Правильно, все правильно. Я просто хочу сейчас встать на дорогу, вот так вот, блять, вот так вот.
сказать, мне похуй. Мы никогда не трогаем политику, но зато мы всегда будем спрашивать мнение людей. Потому что люди – это и есть страна, запомните. Страна состоит из людей. Не политики, не национальности, не важно кто, что, где, когда. Это целостная, единая Украина. Да, наша любимая Украина. Мы вернулись туда, откуда и вышли. Давайте, всем пока, до следующего эфира. Лайкайте все наши видосы, зовите своих друзей. Пусть они подписываются, добавляются. Неважно, где это, какой сайт, какая соцсеть. Нам насрать. С вами я, MC Agri, и был DJ Lino. До следующих съемок и встречи в клубах. Целую и обнимаю.